И как же это такого красивого дяденьку-то к нам занесло? Так еще из дискача 90-х. Ты знаешь, одна бабка мне сказала, говорит, загадай желание, говорит, по три корыт. Не Соломон Дабая? Не Соломон. Из Бразилии. Нет, это Татья Переми, которая чухла, нет. Ребята, ну расскажите, как вам дискач 90-х сегодня? Нам все очень понравилось. Я бы не разделял вообще дискачи на 90-е, на 2000-е, на 80-е. Было все круто. И самое главное, что те люди, которые пришли в Ледовый, они кайфанули. Вот для нас это самое главное. А как это называется, не особо интересно. Здорово, что на карте клубной жизни города появилось еще одно место, это ЛАК. Мы сегодня зашли, нам понравилось, так что с вас проходки. С вас бесплатный алкоголь для отпетых мошенников, я думаю. Всегда. Раз, два, три. Девочки, смотри. Друзья мои. Мы не договариваем. Друзья мои, вот после этого я даже боюсь задавать следующий вопрос, потому что следующий вопрос у меня был таков. Слушай, вот ты себя ощущаешь артистом 90-х или все-таки артистом современности? Я артизан современности. Знаешь, все-таки, да, 90-м я как-то ощущаю себя вот той стороной. А вот этой стороной артистом современным. Раз современный клуб, такой Клаки, приглашает меня сюда, значит, ну, не по этому же делу, да? Конечно же. Поэтому, конечно, ну, дискач 90-х, да, уж точно по этому. Дискач по этому делу, да, да, чуть к чему. Я думаю, что все-таки современно. Это просто так получается, потому что отпетые на самом-то деле появились в 91-й или 96-й год, но по большому счету мы выстрелили в 98-м году. Это конец 90-х. Основной удар нашей известности это был все-таки нулевые. Но с другой стороны, настолько много нового материала. Вообще, если вы начинаете себя считать чем-то прошлым, чем-то пройденным, то, наверное, у вас будущего нет никакого. Никем себя не считаем, по большому счету. Считать звездами тех или иных лет и прочего, это удел, в общем-то, навешивать ярлыки, удел журналистов, критиков, так сказать, публики, программных директоров радиостанций и так далее. А мы себя считаем собственной вселенной. Скромно так. На самом деле, как бы мы работаем, раньше работали, как тогда работали, сейчас работаем по-другому, в общем-то, сложный вопрос. Шурочка. Можно да, так? Да, моя девочка. Скажи, пожалуйста, как ты любил отдыхать в 90-х? Ох, если я тебе расскажу, скажи. Тебя потянет 90-х. Я там была. Ты там была. Ну, маленькая. Маленькая, ну да не так отдыхала. Не, дети мои, мы в 90-х отдыхали с жескачом. Так, да, так. То есть это был не дискач 90-х? А жескач, жескач 90-х, знаешь, так. Сейчас я люблю отдыхать на пруду с лодочкой, с костром, с шашлычком. Так, все, без всякой. 90-х, ну как, рейвы, угары, клубы один за другим. Их было мало, на самом деле, поэтому достаточно просто было объехать половину московских клубов за день, за ночь, то есть. У нас был компьютер Atari. Профессиональная машина, на котором игры были в миллион раз круче. В Комарово ездили тут. На недельку? На недельку, да. Дюна ездили, на пляж загорали. У нас замечательное место есть Финский залив в Санкт-Петербурге. И прекрасное место, где можно позагорать. Это Дюна. Еще на Медное озеро нам нравилось. Да, это наша трасса. Просто мы вообще из... Ну, лично я с Приморского района. Представляешь, я тоже. Знаешь, я думаю, в интервью можно заканчивать, да. Мы с Приморского района. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы в Приморском районе, и нам близко очень выезд на трассы, на все вот эти... Вот эти вот. Да. Вот эти вот Рублевские, Петербургские трассы. Да. Поэтому вот мы любили время проводить за городом очень много. А так, да все то же самое. Ходили по подъездам, слушали музыку, играли сами музыку. Ходили на клубы. Должна крыша загореться. У меня вообще это ассоциация с 90-ми, это рейв-движение. Ну не рейв, это клубное движение, все, что появлялось. А я вообще собрал в 86-м компьютер, в 86-м году. Ну и хотелось бы услышать от тебя слова пожелания для клуба ЛАК.
котором ты сегодня уже не в первый раз в гостях и будешь выступать. И для портала «Геометрия», для которого мы сегодня снимаем, которому исполняется уже 10 лет. Порталу любви, здоровья, счастья, а клубу «Лак» огромного процветания, такой же надежной, красивой, достойной публике, с таким же фейс-контролем и таких же хороших, красивых костюмов и номеров, и шоу, которое у вас происходит. А вот сделаем так, чтобы пускай этот клуб как лак не выветрится и не, потом не отпадет с ногтей, чтобы он был всегда, чтобы он все время модный, чтобы он все время нужный. И лично нам, скажу так, нам здесь понравилось. Поэтому, если кто-то доверяет мнению отпетых мошенников, могу сказать, что сюда имеет смысл зайти. Лак – это удача. И лак – это лак. Лак, это которое чем лак, покрывают, лак, это чем лак, ногти лак. Покрывают, да. Лаки лак. Очень счастливо вам, ребята. Мне очень понравилось, честно говоря, здесь очень классный звук, вообще кишки вынимает напрочь. Вот. Хочется пожелать дальнейшего расколбаса, хороших диджеев, вкусных напитков и чтобы столько же красивых девушек, как сегодня, было каждый день, всегда, постоянно. Да. Я здесь был, буду и буду приходить. Приходите сюда. Всегда, всегда и всегда. И тебе, моя девочка, огромное спасибо, чтобы ты тут была во веки веков. Спасибо. Это была Алена Незабудкина, клуб «Лак». И, конечно же... Забывайте на... Какими судьбами в нашем городе, блядь? Да, конечно. И да каким это ветром такого красивого дядьку к нам занесло? Ой-о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 й. Это еще не... Да ладно. Может, так начнем? Ну, давай. А что, Степ?